сколько ходила в администрацию, они мне постоянно говорят, пинают либо из кабинета в кабинет, либо, ну вот что вы обманываете, вы же к нам не приходили, а там постоянно разные сидят. Многодетная мама Анна Федоскина была вынуждена обратиться в Центр развития общественного контроля. Говорит, уже несколько лет борется с равнодушием городских чиновников. Пару месяцев назад семье пришлось переехать на съемную квартиру из собственного дома, где жить было уже невозможно. Стены рушились на глазах. Анна с супругом хотели бы снести аварийную усадьбу и построить новый дом, но черногорская администрация не дает на это разрешения. Земля муниципальная. Сейчас специалисты ЦРОКа готовят обращение в Министерство имущественных и земельных отношений. Запрос будет адресован и уполномоченному по правам ребенка в Хакасии.